День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Пятница. Сегодня у нас 4 июня на календаре. Ну и не только в честь пятницы. Мы всегда рады видеть Маркуса Риву в нашей, тем более в нашей студии. Это действительно такое для нас большое событие. Мы все вакцинированные, переболевшие, то есть сертификатами, поэтому мы спокойно можем собраться в этой студии. Маркус, доброе утро. Привет, очень рад тебя видеть. Доброе утро всем. Привет. Я тоже очень рад наконец-то приходить где-то на радио в студии, не там через Zoom или через телефон. Ой, можно подумать, праздник. Рассказывать нам будет человек, который только что вернулся из Москвы, где, в общем-то, нет таких ограничений, как у нас. Ходи себе, пожалуйста, хоть на радио, хоть на телевидение, хоть на собственный концерт. Да, как вообще, я понимаю, что там все-таки как-то больше культурная жизнь кипит, бурлит, чем у нас, пока у нас. Абсолютно. Есть... Я был в Москве целый месяц в феврале, когда я был на съемке телепроекта «Ну-ка, все вместе», и потом совсем спонтанно получилось так, что на 2.5 месяца я улетел в Америку. И буквально 2 недели назад вернулся в Ригу, и очень рад, что тут уже что-то начинается. Но в Москве уже в феврале было очень много возможностей, и в ресторан, бар, и там социальная жизнь... Она была, и даже сам выступал пару раз где-то со зрителями, и это было волшебно. Но надеемся, что у нас тоже, в общем-то, скоро, в скором времени все начнется, и вроде бы сейчас говорят, что для тех, кто вакцинирован, будут возможности посещать массовые мероприятия, так что надеемся на то, что... Но планируются какие-то выступления, концерты? Я очень надеюсь, да, и за последние дни получил пару предложений уже тоже. Просто до этого, мне кажется, было непонятно у многих организаторов, как будет, что будет и как все сделать. А сейчас уже более понятно, как можно работать, что можно организовать. Поэтому я надеюсь, что все-таки это лето будет круче, чем год назад. Маркус вернулся, я прямо из Америки, изменив свой имидж. Да, и вот я, когда смотрел в социальных сетях, там разделились, кто-то говорит, вау, как круто, кто-то говорит, верните нам прежнего Маркуса Риву. Вот почему, с чем это было вызвано? Это всегда бывает, когда у людей, особенно да, тех, кто комментирует мои фотки или там следит за мной, говорят, что вот так лучше, когда длинный, тогда лучше, или так хуже, когда... Ну, каждый раз есть какое-то мнение, но всегда я думаю, как я сам лучше чувствую, и, конечно, хотел чуть поменять, потому что очень много я был блондин, все... Не знаю, даже начинали думать, что я так родился, такой белый, как Лайма Вайкула, сын Лайма Вайкула, но все-таки решил, что надо вот начинать какой-то новый этап в жизни, и я надеюсь, что... Ну, конечно, это не меняет очень много возможностей в жизни, но просто ощущение, как ты чувствуешь и как другие люди тебя принимают, это интересно всегда. Я вот обратил внимание, что будь мы желтой прессой, буквально через 5 минут на портале Mix News появился бы заголовок. Маркус Рива признал, что он сын Лаймы Вайкулы. Ну, а я понимаю, что это время все-таки без концертов какое-то было. Мы уже говорили об этом, что это время, может быть, ну, для того, чтобы что-то остановиться, подумать, какие-то, может быть, какие-то новые интересные идеи, проекты. Вот что сейчас... Уже как-то не хочется об этом думать. Просто когда начиналась пандемия, вот там первые 3 месяца тогда был такой, о, сейчас так много времени там буду писать песни каждый день. Ну так и было. Кстати, у меня было такое очень большое вдохновение год назад, когда я почти каждый день написал, придумал какую-то новую песню и проекты. Но когда начиналась вот вторая волна в осенью, зимой, тогда было так, что, ну, был так, могу сказать, что такой депрессивный период, и думаю, что не только у меня, а у много людей. А вот когда
когда сейчас что-то уже начинается, и лето начинается, тогда у людей как-то легче принимать. Но я, конечно, продолжал работать и старался не пустить руки, и вот записывал сейчас тоже новые русскоязычные треки. Скоро начинается новый сезон X-Factor тут в Латвии, где я буду работать опять как ведущий. Так что, если кто-то нас сейчас слушает, до 12 июня можно отправить свою заявку xfactors.lv и, может быть, стать суперзвездой в Латвии. И не только. Здорово, здорово. А уже есть какие-то первые, кто зарегистрировался, какие-то? А есть, кстати, есть не только из Латвии, есть из Прибалтики, все-таки есть тоже участники из России. Так что посмотрим, какая будет общая картина, и мы будем выбирать самые лучшие, которые потом уже попадет на телесъемки, которые начинаются в конце июля, и сам проект в ТВ3 будет в сентябре. А, то есть в сентябре можно будет посмотреть уже, да? Это очень интересно. А вот говоря про новых каких-то звезд, про новых исполнителей, вот что сейчас происходит, вот насколько продолжают ли общаться музыканты друг с другом, вот как это, потому что не было в прошлом году Евровидения, в принципе, очень многие, не было концертов, вот очень много такого, каких-то событий, которые поддерживают, когда музыканты встречаются на каких-то фестивалях, совместных концертах, этого всего не было. Да, это очень не хватает, поэтому я очень рад, что у меня была возможность в феврале поехать на телепроект «Ну-ка, все вместе», где я тоже встретил очень много своих коллег и познакомился с новыми коллегами. И вот сейчас летом я очень надеюсь, что будет фестиваль «Lime Rendezvous» здесь, в Латвии, потому что это тоже такая классное событие, где приезжает очень много из Украины, из России и тоже, конечно, здесь, в Латвии. И такие фестивали очень, очень нужны, и не только для зрителей, тоже для нас, потому что тогда тоже рождаются какие-то новые проекты, новые коллаборации, и я скучаю про такую реальную социализацию, когда ты можешь, вот даже как сейчас, когда я могу приходить к вам на прямой эфир. Мы тоже очень скучаем, конечно. А говоря про различные коллаборации, мы все прекрасно помним эту песню с Самантой Тиной, вашу совместную, очень многим она безумно понравилась, тем более, что она в двух была вариантах, и на русском, и на латышском, и очень многие даже и сравнивали, кому-то один вариант даже больше нравился, другой. Вот насколько интересно тебе выступать с кем-то, то есть вот насколько вот это то, когда появляются какие-то интересные дуэты? Мне кажется, это интересно тоже для меня, потому что я могу, не знаю, не то что поменять жизнь кого-то, может быть, себя, может быть, у другого артиста, но это всегда очень интересно. Я сам, когда я слежу за музыкой, смотрю, что делают там мои любимые артисты, мне всегда интересно, когда вот есть какие-то необычные коллаборации, потому что с Самантой было так, что мы много лет участвуем на конкурсе Евровидения тут здесь, в Латвии, и очень много думают, что мы там как друг друга ненавидим. Сейчас еще один заголовок появится. Маркус Рива, мы друг друга ненавидим, Саманта. Надо брать себя в команде, может быть, пиарчиком. И на этом я заканчиваю свое участие в эфире и пошел собирать вещи. Поэтому вот мы решили сделать такой необычный шаг и решили, что надо сделать вот такой дуэт и на латышском, и на русском, потому что все-таки Саманта поет тоже на русском, она была на фестивале тоже и в России, в Белоруссии, конечно, этот большой событие Евровидения, которое сейчас произошло. Поэтому мне казалось, это будет интересно
у много людей, и так и было, и очень успешно. Но будет, ну, кстати, ли еще? Кстати, да, сказать, перед поездкой на конкурс Евровидения Саманта Тина была по Зуму, тоже мы общались с ней, и она очень тепло отзывалась об этом дуэте. А что ты скажешь о ее выступлении на Евровидении? Чего ей, возможно, не хватило? Понятно, что это был яркий образ, яркая композиция. Тема, ну, очень такая вроде бы, да, актуальная. Актуальная. Что ж тогда пошло не так? Нет, это мы никому не расскажем. Я думаю, что не хватало денег, потому что все-таки это такой, это бизнес. Евровидение не только просто шоу, которое мы включаем и смотрим, это большой бизнес. И очень много... Другие страны, они вкладывают безумные деньги. В Латвии, конечно, Латвия маленькая страна, у нас телевидение тоже... А во что они вкладывают? То есть в то, чтобы проехать, представить эту песню по другим странам, создать или в сам какой-то номер. Пиар или в сам номер? В принципе, все там, и пиар, и вот, вот пиар-тур какой-то, и сам номер тоже. Вот когда ты смотришь на другие там конкуренты, у кого есть много денег, ты смотришь там, ну, например, в этом году Кипр был, там огонь, там декорации, какое-то зеркало и костюм, и все, но это сразу привлекает побольше внимания, и я думаю, что это было самое такое, что, может быть, не хватало Саманту, и это всегда, всегда... Жаль, что в Латвии нету возможностей такие большие. Ну, мы Саманту все равно тоже любим. Да, да, я тоже, конечно, потому что желаю. Она большой молодец, да. Она долго шла на этот проект, и неважно, какое место она занимала, она получила самый лучший опыт, который она сейчас будет трансформировать в следующих проектах. Ну, ты будешь еще продолжать участвовать в каком-то супернова уже? Я, конечно, думаю, что да, потому что все-таки не то, что это моя мечта, так, но это очень эгоистично звучит. Это просто для каждого артиста это большая школа, это большая возможность показать себя и учиться через этот проект. И я думаю, что Саманта тоже получил безумно большой опыт, как работать там, как работать с медиам. И поэтому я все-таки хочу получить диплом за эту школу. И это будет большой шаг. Ну, конечно, будет смотреть какие-то возможности будет здесь, в Латвии. Будет ли Супернова, будет ли какой-то отбор, потому что, может быть, тоже этот... Весь процесс, может быть, будет меняться. На 100% будет пятница. Да. Я думаю, нам пора уже... Два слова просто про песню. Да, конечно. Два слова про песню. Как она появилась, откуда идея, кто написал. И у нас здесь возник интеллектуальный буквально спор. Напрашивается же там такая хулиганская рифма в припеве. Мне нравится, да, твоя. Сегодня пятница, мне очень нравится твоя, ну там же... Ну, про определенную часть тела, ну признайся. Это так, ну тогда, я думаю, что каждый человек должен так придумать. Что называется, в силу своей испорченности. Ну извините, у меня пятничное настроение, могу себе позволить. Это отлично, потому что мы с автором из Украины, с которым я уже давно работаю, и мы сделали песню с Фаткистана и другие песни. Так и мы хотели создать такой гимн пятницы, потому что нету так много песен про пятницу. И я записывал эту песню на самый последний день, когда я был в Москве, потом улетел в Лос-Анджелес, и мы доделали, вот возвращался, выпустили. Скоро снимаем клип, и надеюсь, что эта песня возвращает тоже у всех... Такие желания даже сегодня вечером где-то выходить, посидеть в террасе или на свой балкон и почувствовать, что это пятница, это классный день. А все этому благоприятствует. Ну, во-первых, действительно пятница. Во-вторых, террасы работают до полуночи. В-третьих, позитивная новость еще одна. У нас вообще хороший позитивный эфир складывается. В Латвии наступило метеорологическое... Лето. Ура! Так что теперь официально, теперь по-настоящему. Разоблачаемся до плавок, на террасу,
праздновать жизнь, праздновать пятницу. Праздновать пятницу и, конечно, праздновать то, что скоро, надеемся, откроются и возможности выступать живьем перед зрителями. Во всяком случае, сертифицированные привитые смогут посещать массовые мероприятия. Да-да-да, у нас будет такая возможность. Будем ждать концертов Маркуса Ривы, будем ждать, когда выйдет X-Factor с твоим участием, ты же ведущий. Ну и, может быть, кто-то посмотрит, ну-ка, все вместе. Кстати, у нас была участница этого конкурса от Латвии, вот, да. Которая как раз была... Да, вот ты был наставником. Да, Ян Клявинин. Ян Клявинин. Так что, в общем, она очень была в восторге. Вау, там рассказывала нам про тебя. Ну что же, а пока мы ждем концертов Маркуса Ривы, наверное, мы можем... пока его послушать в записи. Да. Да. И тем самым попрощаться, закрыть утро на балконе. Спасибо большое. Спасибо, Маркус. Это реально сегодня праздник, и пусть всем самая лучшая пятница. Не только сегодня, но тоже через неделю, и через месяц, и всегда. И чтобы таких хороших пятниц было 7 на неделе, да? Утро на балконе.